Добрый день, уважаемые трейдеры, с вами Академия Трейдинга Инвестиций, меня зовут Гаценко Андрей, и у меня сегодня есть кое-какие торговые идеи на эту неделю, и первая из них касается золота. График перед вами. Как я и говорил на прошлой неделе, сегодня состоялся пробой фактически месячного минимума. Весь август мы торговались вокруг котировочки там $1204 за тройскую унцию. Сегодня произошел пробой. И сейчас интересно, конечно, понаблюдать за тем, истинный либо ложный пробой будет. Сейчас я вижу, на фьючерсах прошли очень-очень большие объемы на лоях. Это даже на минутном таймфрейме. Это вот эти вот хвосты. Вот, очень большие объемы, нереальнейшие, я думаю, что это отстопились какие-то вообще очень крупные товарищи, которые стояли тут, наверное, во всем накоплении. То есть здесь больших объемов не было на пробой Европы, но сейчас они вышли. Эта зона может стать поддержкой для разворота на самом деле, и потому что на таких лоях на межбанке это уже там ниже $1200 за тройскую унцию. На фьючах это была самая маленькая котировка 1201. Я считаю, что большая вероятность разворота, и причем этот разворот может привести к глобальному развороту золотого тренда, который идет уже не первый и не второй месяц. Соответственно, это движение может быть сегодня быть уже кульминационным для вот этого большого падения. Это видно и по другим валютам. Тот же, допустим, британский фунт начинает уже отскакивать, и находясь на просто минимумах, там 1.27. Невероятные числа вообще для британца. Я думаю, что уже назрела слабость доллара. Это видно везде, даже там через тот же франк вообще перестал расти, хотя корреляция у него с тем же золотом налицо. Так, рубль пока не трогаем, значит, золото. Золото, я и на прошлой неделе говорил, что набирайте позы в районе $1200 за тройскую унцию, и сейчас есть великолепный шанс в этом развороте поучаствовать. Если не успели, опирайтесь на объемы, которые прошли буквально только что. Смотрим, как отторгуется Америка. Вот. И, в принципе, если будет тест, можно также пытаться набирать в лонги, как минимум, до возврата к сопротивлению. Но я думаю, что это будет очень, очень большой разворот. Рекомендую присмотреться к золоту, потому что на самом деле, как я уже говорил давно, да, у золота есть гигантский потенциал в свете событий, да, которые происходят сейчас на международной арене. Это и санкции, торговые войны и так далее. На мой взгляд, золото очень недооценено. Я напоминаю, что золото стоит сейчас невероятно дешево относительно своих предыдущих значений, откроем недельный таймфрейм. Уровень $1200 за тройскую унцию – это такой рубикон, через который золото переходило всего тут несколько раз, но это зона отскока. И я считаю, что трейдеры будут следить за этой зоной. Вот. И сейчас мы находимся здесь. И в отличие от предыдущих вот этих тестов, кстати, вот все эти тесты были на новостях, на хороших. Здесь был пробой на выборе Трампа. Эти все события, которые здесь происходили, они не происходили на фоне такой невероятной вообще напряженности в мире, там вообще под угрозой вообще фактически Третьей мировой войны. И в этих условиях вложиться сейчас в золото было бы самым лучшим вариантом. Ни одна валюта сейчас так не пойдет, как не будет пользоваться спросом, на мой взгляд, как золото, крайне недооцененное с начала этого года. Все аналитики об этом говорят, что золото ведет себя неадекватно ситуации, но нужно найти уровень для себя, да, и принять решение. Я считаю, что это уровень $1200 за тройскую унцию. Здесь можно набрать позицию сеткой, поставить там, не знаю, крупный ордер с хорошим стопом, но
этот тренд может развернуться просто наиглобальнейшим образом. Можно заработать огромное количество денег от 1200 до 1372, это вершины прошлого года. Соответственно, рекомендую присмотреться к этой инвестиционной идее. Это даже инвестиционная идея — откупить золото от 1200 и поддержать его хотя бы на 1000 пунктов по четвертому знаку. Если вы не стояли в долгосроке, я считаю, что для золота это сейчас отличная идея. Валюты сегодня не буду рассматривать, но золото в этом плане самый интересный, вкусный инструмент для отработки торговой идеи на ослабление американского доллара, перегретого уже до просто до краев. В принципе, на этом торговую идею я больше пока давать не буду, не по рублю. Кстати, да, по рублю. Сегодняшние вот эти падения по рублю связаны с заявлением вчера вечером министра финансов Антона Силуанова, да, который говорил, что больше не планирует правительство, там, Центробанк, покупать валюту по этим ценам. Соответственно, сегодня только шортовые модели, в принципе, объективно. И сейчас обратите внимание, что золото начинает отскакивать, то есть люди начинают выходить из доллара и покупать золото. Ну, даже я там покажу прямо сейчас, пока я рассказываю, золото уже от своих там объемов отлетело там на 300 пунктов по пятому знаку. И в этот же момент и рубль также отлетает, где он тут, также отлетает вниз. То есть реально сейчас идет перераспределение денег из доллара в золото, из рублей в доллары, из долларов в рубли обратно. Это прям видно, что происходит прямо в моменте. Поэтому обратите внимание на золотишко, вот, его можно подержать, почувствуйте себя золотым инвестором. Вот, я думаю, в любом случае денег вы заработаете, и следите за нашими обзорами от Академии Трейдинга Инвестиций. Будем публиковаться каждый день. Хорошие инвестиционные идеи будут также у нас на нашем форуме и в соцсетях. С вами был Гаценко Андрей, Академия Трейдинга Инвестиций. Всем профитов и пока!